воскресенье прошел матч 8-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд высшей лиги «Экстрим Лига». На спортивной площадке встретились команды Херсона «Продексим» и нашего города «Юниламан». В первые же минуты матча футболист нашего города Максим Коптев забил гол в ворота соперника и тем самым открыл счет игры. Однако уже на третьей минуте херсонцы сравняли счет, а в середине первого тайма команда «Продексим» вырвалась вперед. За 15 минут до конца тайма Александр Гирко, представитель команды «Черноморска», забил гол в ворота соперника. Второй тайм был менее насыщенным на голевые моменты, однако не менее зрелищным. На 24-й минуте матча Александр Гирко вывел команду «Юниламан» вперед. Однако за несколько минут до конца матча херсонцы сравняли счет. Таким образом, игра закончилась с ничейным счетом 3-3. Следующий матч в рамках турнира команда «Юниламан» проведет 19 ноября в Черноморске. За победу им придется побороться с командой «Сокол» из Хмельницкого.